так вот, бродя по Паттайе, нашли интересное место. Здесь можно получить различные визы. Смотрите, то есть языковая школа элит, изучение тайского и английского, учебная виза на год, туристическая виза, пенсионная виза есть, семейная виза. Все намного шире, чем мы думали. Ну и обучение здесь, конечно, различным языкам, в том числе, говорю, тайский и английский. Очень удобно. Здесь же будете якобы проходить обучение, просто оплачиваете за саму визу, учебную, студенческую визу, так называемую. И все, и проживаете спокойно в Таиланде. Но для меня, допустим, сегодня была новость, что есть еще пенсионная виза и семейная виза. То есть для меня это было сегодня в новинку. Вот так вот, вот сверху уже на английском, приват обучение и так далее. То есть все здесь есть, все для людей. Пожалуйста, переезжайте жить, параллельно якобы учитесь и все. Получение визы в тайском посольстве в Лаосе можно. Однократная туристическая виза на 3 месяца, рабочая виза, пенсионная виза и студенческая виза. Получение штампа в Камбоже. То есть они это все через Камбожу делают и через Лаос. Все реально. Мы зашли, уточнили, там снимать нельзя. Смотрите, если идет однократная типа туристическая виза, они оформляют на 3 месяца. Если ты оформляешься как студент и обучаешься здесь у них тайскому и английскому языку, они идут в паре, это будет стоить вам с человека 17 тысяч бат. Студенческая виза действует 1 год, то есть вы год можете спокойно здесь проживать, обучаться. Расписание я фото вам приложу, я сделал фотографию по расписанию, когда здесь проходят занятия. Там, по-моему, если не ошибаюсь, 4 дня идет всего обучения. И с 13 до 15 часов, то есть в день по 2 часа вы изучаете здесь языки. Там стоят компьютеры, вы также сдаете тесты. В принципе, я думаю, ничего сложного, многие здесь проходят. И по пенсионной, единственное, она мне не смогла ответить, то есть мы с ней, у меня английский соу-соу, так себе, и она мой русский вообще не понимает. Дала нам телефон, номер, я вам тоже визиточку сфотографирую, сюда закину, там якобы говорит гид по-русски, но посмотрим, может сами позвоним, пообщаемся. В общем, реально сюда переезжать, жить, работать. В том числе здесь еще есть рабочие визы, которые можно получить. Даже вот я говорю, элементарно, здесь проходите обучение, вам дают сертификат. А с этим сертификатом вас уже здесь на работу будут с удовольствием брать, потому что вы уже, как говорится, здесь заплатили деньги, прошли обучение. То есть все это реально, есть идеи. В общем, всем удачи. Изучайте мир, изучайте языки. Ищите себя. Пока-пока.